Всем привет! Доброе время! Я на связи. Меня зовут Елена. Я ученица Академии «Успех вместе». Начинаю свой прямой эфир, посвященный клеточному питанию. Что такое Академия «Успех вместе»? Академия «Успех вместе» – это обучающая система, робот на 200 стран мира. Она обучает на благотворительной основе. Основатель и президент Академии «Успех вместе» Андрей Артурович Шаура. Это очень замечательный человек. Андрей Артурович Шаура – долларовый миллионер, профессионал России. По его системе обучаются Сбербанк, Microsoft. Вот. Так что вот, и платит очень большие деньги. А в Академии «Успех вместе» мы обучаемся на благотворительной основе. То есть мы не заплатили ни копейки, ни рубля. Вот. Он нас обучает, Академия «Успех вместе» обучает нас в области мышления. Мы получаем успех в здоровье, в карьере, в семье, учит отношениям, даже в семье. Учит нас отношениям во всех сферах жизни. Вот. И Академия «Успех вместе» продвигает клеточное питание, вот, которым я пользуюсь уже 15 месяцев. И сегодня у меня в гостях будет ученик Академии «Успех вместе», интернет-предприниматель Булат Таматаев. Город Нур-Султан, Казахстан. Я его пригласила, осмелилась пригласить на свой прямой эфир. Добрый день, Булат. Как ваши дела? Как у вас погода? Вас слышно? Меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Как меня слышно? Все, мне тоже хорошо слышно. Ну, давайте. Так. Видно хорошо меня? Видно хорошо, да. Ну, там видно, что окно... Ну, нормально. Давайте я немного прикрою. Давайте, прикройте. Благодарю вас, Булат, что вы приняли мое приглашение. Очень рада, что вы вот пришли ко мне в гости. Ну, давайте, расскажите о своем оздоровлении, расскажите о своем, о своей истории успеха. Вот, что хочу узнать у вас, чтобы вы поделились с нашими зрителями, подписчиками. Пожалуйста. Благодарю, Елена, за приглашение в данный момент. Давайте познакомимся. Меня зовут Булат Таматаев, я из Казахстана. Вообще родился в Восточном Казахстане. Это вообще говорят, Восточный Казахстан — это вторая Швейцария. Да. Вы в нашей стороне были? Нет. Не были? Нет. Вот, да, в нашу сторону, если приезжайте, обязательно покажем наши природы все, которые есть. А сейчас я на данный момент 7 лет уже живу в столице Казахстана, это Нур-Султан, раньше Астана была, Нур-Султан. Сам я по профессии, вот на которую сейчас у нас в Академии все говорят, рассказывают, я профессиональный таксист, но до этого я много чем занимался. И традиционным бизнесом, и сетевым бизнесом, все затрагивал. В то время, в 90-е годы, мы прошли через все. Считай, потому что нужно было всем заниматься. Если не будешь, то практически там можно было бы и в нищете остаться. Последнее время, я же вот говорил сейчас, последнее время я плотно занимался, работал таксистом был. Три года там, в Восточном Казахстане, работал в такси, в профессиональном. И 3 года здесь уже. Но я потом уже машину продал,
Почему я машину продал? Потому что я уже не смог ездить, потому что у меня была проблема по здоровью. Я вот именно наш бизнес, я пришел именно сначала на продукт пришел, по здоровью пришел, потому что у меня проблемы очень... Не только по здоровью, у меня проблемы были и по здоровью, и по финансам тоже проблемы были. Потому что сейчас взять у нас вот практически по всему миру, если вот так взять, вот по России, Казахстан. В Казахстане почти что 95%, даже 99% людей, все в проблемах, в долгах, в кредитах и по здоровью проблемы, понимаете? Да, везде так. Ну, да, но это вина-то не, конечно, не государство, а проблема-то в том-то и дело, что начинаешь сейчас думать, что это именно же проблема-то это все в нас. Меня-то в данный момент вот на эти кредиты, чтобы я брал, мне же не государство, за руки никто не тянул, я сам хотел. Просто бедное мышление было. Ну, конечно, охота жить тоже как нормальная. Купить машину, да, в кредит, там, потом пошел квартиру в кредит взял. Но, конечно, хочешь как лучше жить, а получается как хуже, наоборот, себя загоняешь, наоборот. Загоняешь себя в долги, загоняешь себя в кредиты. И вот сюда, когда я пришел, когда мне друзья рассказали, вот у меня наставник мой Лязат Ибраева, Шарип Даубаев, когда они мне показали этот бизнес, продукт этот, я не поверил, потому что у меня друг Шарип, он сам был весь больной, у него 30-летний сколиоз, у него сколиоз был кривой, у него грыжа была так, как и у меня. Мы вместе ходили к мануальному терапевту, нам массаж сделали полностью, потому что у меня самого 3 грыжи, 2 протрузии было. И я почему ему не поверил, потому что я же говорю, он сам больной был, я сам возил его. Но когда через полгода я его увидел, да, я, вот, серьезно говоря, я в шок пришел. Совсем другой Потому что, человек, да? ну, конечно, ну, прикиньте, сколиоз, У меня 30-летний тоже сколиоз, он кривой, сколиоз. он кривой ходил. А ты сейчас посмотрите, какой он. Да, ровный. Красивый, ровный, Стройный. красивый. Да. И я вот после этого, когда он приехал сюда к нам в Астану, как раз именно у нас в Астане здесь семинар проходил, вот в то время, когда карантина не было, Андрей Артурович, все лидеры, все ездили, именно рассказывали про этот бизнес, про этот продукт, рассказывали именно на земле. И мне Шарип Лязат сказал: «Булат, приедь, пожалуйста, вот такого-то числа будет семинар, будет обучение, и это бесплатно, там ничего платить не надо, потому что я же до этого сказал, что я и сетевым занимался, я ездил и на тренинги ездил, и везде, какие тренинги проходил, везде платить надо было, деньги платить». Да. А здесь, когда он сказал, что платить ничего не надо, просто приедь, послушай. И я удивился, как платить не надо, ничего себе, семинар будет. И еще он, как же, пригласительный меня отправил, там вообще там шикарно, там такие топы будут, там профессор Мустафаев будет, да, там Айлита, кандидат медицины, наук, магистр медицины, да. И Ладно. да, сам президент, доллар-миллионер будет. Я просто, знаешь, вот так просто, Елена, серьезно, я задумался, ну ничего себе, как это, такие семинары. Да, и не платить не надо, ничего платить не надо, просто приди, послушай. Ну, ну, сама, знаешь, да, интерес такой задался, поеду, съезжу, посмотрю все-таки. Ну, я приехал, да, приехал туда, и когда там Шарипа я увидел, я серьезно в шок пришел, ничего себе. И думаю, да, я послушаю. Зашел, и вот у нас там был семинар, вот это почти что 4 часа шло. Народу было море. Ну, это бесплатно же, что, люди собираются, слушают. Народу было много. Там еще второе фойе было, на втором фойе именно там тоже вот Шарип, Лязат сидели, и у меня место было, где сидеть тоже можно было сидеть. Вот эти
4 часа я стоя стоял, понимаешь? Все, полностью стоя стоял, да, не сидел. Было очень и интересно. До такой степени, да, когда выступал сам Андрей Артурович, выступал, потом выступал профессор Мустафаев, Айлита Мустафаева, да, Айгуля выступал. Я просто стоял, да, вот до такой степени, вот просто, знаешь, в таком ситуации думаю, я куда попал? Что за продукт они сейчас рассказывают? Потому что я на Шарипа смотрю, он вообще другой человек просто. И когда там Андрей Артурович рассказывает, какие он по жизни инвалид был, да, вот просто он там показывает свои фотографии, какой он сам сейчас. И я вот просто стоял, смотрел, да, и я просто поражался. И потом оттуда, когда оттуда вышел, я проконсультировался с профессором Мустафаевым там сразу же. И я впервые такое увидел, да, впервые увидел, что люди открытые, вообще открытые. Как каждому человеку можно подойти было, пообщаться, поговорить, что не так просто, да? С Андреем Артуровичем. Да-да-да. С Андреем Артуровичем, с долларовым миллионером, просто стояли все, фотографировались, без проблем, даже вот так можно было подойти, сфотографироваться. А то у нас раньше, я же когда говорю, что тоже занимался сетевым, к топ-лидерам, к этим президенту вообще подойти невозможно было. Понимаете? Просто невозможно было подойти, не сфотографироваться, ничего. А здесь человек просто открытый. Подходишь, спрашиваешь, фотографируешься, да, общаешься. И меня это тоже удивило очень сильно. Я в то время с Андреем Артуровичем, когда вот вес у меня 129 килограмм был, я с ним когда фотографировался, мне, знаете, так интересно было, когда с ним стоял, фотографировался Андрей Артурович. Нет, это уже на Байкале фотографировался, это у меня уже вес здесь 105 килограмм вроде бы было. Андрей Артурович фотографировался. Вы были, да? Да. И вот я когда с ним фотографировался, Андрей Артурович меня вот так по животу как ударит меня. Понимаешь? И я на него посмотрел, и он говорит, ты куда себя запустил, говорит? Ты что, ты молодой еще, ты посмотри на себя, ты что делаешь? И я потом задумался, да, действительно, что... Потому что у меня уже, считай, я уже отдышка была, я уже на второй этаж подниматься не мог. Но хотя я боролся со своим весом, постоянно боролся. И что только, какие только БАДы не пил, какие только вот эти добавки не ел, и через интернет заказывал вот эти все. И НЛ кушал там. Потом в Гербалаеве был, тоже кушал. И все, вес уходит, потом обратно восстанавливается вдвойне, втройне. Потому что я сам лично знал, что у меня обмен веществ нарушен, ее надо им как-то восстановить, а не знал, как восстановить. Я и голодал, что только не делал. Но когда сейчас, в данный момент, вот наши продукты, сейчас я когда кушаю, сейчас, в данный момент, у меня просто сейчас обмен веществ восстанавливается, и я радуюсь просто. Я кушаю все. Я люблю очень сладкое, люблю. Я люблю мороженое, понимаешь? Я до сих пор от мороженого никак себя не могу отказать, понимаешь? Вот по-любому. Но я сейчас уже стараюсь ее не каждый день кушать, но стараюсь ее уменьшить. Вот, но я люблю мороженое. Не могу, я не знаю, почему я люблю очень. У меня вес восстанавливается, понимаешь, восстанавливается. Сейчас у меня вес, я вот сегодня утром встал, вчера утром вставал, у меня уже меньше ушло, 92 килограмма и 800 грамм. Вот сейчас сегодня я встал, у меня сейчас вес вот так прыгает. У меня, да, до этого у меня вес вот был, когда вот я 99 килограмм был, потом у меня вес начал прыгать, когда от 99 до 96, вот так начал прыгать. То 97, то 98, то 96, вот так. Потом у меня он нормализовался на 96. Сейчас у меня вес, во-первых, прыгает с 93 до 96, вот так прыгает. Но это не 107-то, ведь не 107-то, хорошо. Да. Вот вчера вставал на вес, вчера у меня 92,7 было. Сегодня я встал на весы, сегодня встал на весы. У меня 94,2.
Понимаешь, 94. И вот так вот вверх прыгает. Но уже не 96. Да. Согласись? Понимаешь? И вот это меня радует. Понимаешь, радует, что у меня обмен веществ восстанавливается, и у меня вес уходит. Сам по себе уходит. Хотя я кушаю все подряд. Кушаю все подряд. Потому что вот продукт наш, именно продукт, он просто восстанавливает организм. Это не для людей, это как бы не для полных людей вообще. Это, а то многие сейчас подумают, что ой, это для полных людей, да, для похудения. Нет. Вот этот наш продукт, он именно нормализовывает организм полностью нормально. Все проблемы против более 700 номинальных болезней организм сам просто нормализовывается. Если у тебя вес не хватает, а организм, вот этот наш продукт, он получает правильное питание, организм убирает проблемы, и организм, наоборот, добавляет. Если у тебя мало, он тебе добавит. Если много, он у тебя уберет. Просто. И вот, я, знаешь, я просто радуюсь. У меня много проблем. У меня в 86-м году я на учете состоял у врача, у терапевта. В 10 классе мне было удалено полжелудка. Я язвенник. Я стоял на учете. Постоянно до 2000 года, еще когда еще АМЕС не вышел, я постоянно в аптеке покупал Алмагель. Ну, кто знает, кто болел этим болезнью, ну, хронической язвенной болезнью, они знают, что это такое. И вот я постоянно это как же покупал. Потом после этого я начал покупать, вот считай, сейчас 20-й год, до 18-го года я каждый месяц покупал АМЕС. Я без них ходить не мог. Понимаешь, каждый месяц в магазине покупал. Понятно. Потому что если я в месяц 10 пластинок не пропью, то все, у меня начинается обострение, у меня начинается внутри, как будто кошки царапают, все, я без них ходить не мог. А сейчас я уже 2,5 года, 2 года, я забыл, что такое АМЕС. Забыл. Здорово. В 2003 году мне удалили желчный пузырь. Тоже по своей же ошибке. Но да, я же говорю, я человек такой, я не хотел, там камни были, я хотел традиционным бизнесом ее, традиционным методом хотел вывести ее, эти камни. Тоже интернет хороший, и интернет иногда бывает плохо. Я через интернет нашел там способ, как вывести. Но начал выводить, попробовать, и ночью меня увезли на скорой в больницу. Но ничего страшного, зато классно. Потом вот в 2014 году мне диагностировали 3 грыжи, 2 протрузии. Я же говорю, я уже ходить не мог. Я в каком 17-м, 18-м году 18. Я хотя от 14 года я потихоньку тоже традиционным бизнесом БАДы пил, вот эти, которые сейчас БАДы продают же, вот я их брал, ну, правда, дорого, ну, а что сделать? Я через них потихоньку вот так их пропивая, да, я немного, как бы сказать, не восстановился, а я просто чуть-чуть пришел немного в норму, но не до такой степени. А, да, я сейчас просто скажу, да, я просто пил БАДы. БАДы – это биологически активные добавки. А наши продукты, это у нас не БАДы, у нас не лекарства. Наши продукты – это клеточная еда, простая еда клеточная, разработана на Нобелевских премиях, которая в 16 году ученый Японии получил Нобелевскую премию, он именно рассказал, если наши клетки, мы же из клеток состоим, если наши клетки будут получать все макро-микроэлементы, организм сам просто будет восстанавливаться, и человек может прожить от 150 лет и далее, постоянно будет обновление, просто омоложение организма будет идти. И вот наши продукты сделали ее клеточной едой, простой клеточной едой. И я после этого, вот в 18-17 году зарегистрировался, 18-го года я начал кушать эти продукты. И вот у меня идет восстановление, я просто счастлив. У меня грыжа, я же говорю, я машину продал, я уже ходить не мог. И вот сейчас продукты
продукты кушаю, я сейчас уже бегаю, занимаюсь, хожу на фитнес. Делаю зарядку, которую Андрей Артурович наш вот показал нам, пятиминутную зарядку, это вообще супер. Супер, да. И организм сам по себе восстанавливается. А теперь вот в данный момент, благодаря этим продуктам, сами продукты, они сами себя двигать не будут и не будут это. Вот благодаря Академии, вот Андрею Артуровичу, да, которого он создал систему, благотворительную систему, по-настоящему благотворительную систему, которую ни копейки ты не платишь, вообще ни копейки. Сейчас он дал вот это, именно сделал приложение, да, человек, сайт, стоит $100 000, да, и он нам этот в подарок, это приложение дает, да, и за место нас он оплачивает ее, оплатил. Робот. И там внутри... Да, и просто так внутри заходишь, обучаешься от профессионалов. Вот сам профессор Мустафаев выступает, да, лучшие, вот, например, ученики выступают, ученицы, да, Алита Мустафаева, магистр медицины, нутрициологи, да, успешные люди выступают. Сам Андрей Артурович, долларов миллионер. Не у каждого так получишь рекомендации, да, правильно, и все это бесплатно, просто бесплатно. Да, да, да. Я многим вот говорю, да, у меня образование всего лишь 10 классов. Елена, 10 классов. Угу. Я раньше был, как сказать, в то время шебутной парень, дрался везде постоянно, пил, курил, меня с техникума выгнали за эту драку. Потом в институт поступил, оттуда меня тоже выгнали. Короче, и получилось только одно единственное, я отучился на водителя. БЦ категории профессионала. И вот это у меня профессия и всего лишь осталось, и все. И поэтому я больше у меня нету. А для меня сейчас вот Академия, я вот не дам соврать, не дам этого, да. Для меня вот эта Академия, для меня она как Гарвардский университет по-настоящему. Я столько знаний там получаю, столько мудрости, столько рекомендаций, которые нигде такие рекомендации не получал. Я сколько обучался, тоже тренинги проходил, да, но это везде, везде теория. Потом ты начинаешь всегда свои действия, когда ты пишешь, записываешь это все, да, потом ты начинаешь что-то делать, у тебя не получается, потом ты, как сказать, да, руки опускаешь, блин, не получается, ошибки делаешь, и вот такие ситуации были. И они и есть у каждого человека. И энергии, как бы, не только энергии, да, не хватает эмоций, не хватает этого, да, чтобы тебе кто-то поддержал, помог этот. А у нас вот сейчас вот здесь, Академия, мне что нравится, система, да, там тебе полностью рекомендации дают прямо по полочке. По шагам. Да, по шагам. Чтобы ты ошибок не делал. Вот это вот так сделай, вот это вот так сделай. Рекомендации, да, дают. И прямо даже полностью тебе, полностью по шагам тебе расписывают. Вот это вот этому написать, вот так как написать, вот это вот так отправить, вот это все делать, да. И меня это радует, да, просто радует. И я эти шаги просто делаю, и жизнь у меня просто меняется. Угу. Просто меняется. Да. И знаешь, я просто, Елена, сейчас я до такой степени счастлив. Просто счастлив по-настоящему. Я хочу видео буду делать, тоже снимать. И вот я буду снимать, я тоже пока потом увидите, наверное, скорее всего, где до и после жизнь моя. Вот до нашего академии, какой я был в данный момент, и после академии. И сейчас благодаря Академии я уже сколько стран увидел, понимаете, побывал, сколько городов увидел. Я благодаря Академии, благодаря нашим продуктам, да, просто благодаря, я благодарю, каждый день благодарю. Просто, и у меня, я же до этого сказал, я весь тоже в долгах был, в кредитах был, вообще был. У меня многие думают, там 2-3 кредита и все. У меня было их 15 кредитов, понимаешь, 15. Я раньше бизнесом занимался, я же говорю, мышление бедного человека, хотел все лучше. Когда занимался бизнесом, у меня бизнес тоже, как бы сказать, я в то время только-только выходил в Билайн-центр.
Билайн только. Это в 90-х годах, 96-й, 97-й, 98-й год, как раз Билайн зашел в центр. Вот в то время, 2000, то есть, извиняюсь, 2007, 2006, 2007 год, я как раз Билайн заходил, и я был там дилером был, и по Восточному Казахстану у меня полностью продавалось. Я по-настоящему продавались вот эти номера, потом пополнение банки, это все. Для меня я построил там тоже, как сеть построил. Мне просто Казпочта для меня продавала. Деньги шли, хорошие деньги. Но когда раскрутил, когда Билайн увидел вот это все раскрученное уже, он просто-напросто нас просто убрал, удалил. А я в то время, да, я в то время кредит брал, чтобы далее расширяться. Телефоны ездил в Китай с заводом, заключал договор, хотел вот это все сделать. И здесь нас раз только убрали, как бы сказать, нас просто кинули, по идее, Билайн. И своих дилеров поставили, потому что уже раскрученное было, и все. И кредит у меня остался. И далее потом другими делами заниматься, и кредит остался, и кредиты надо гасить, чтобы этот кредит погасить, другой кредит взял. Вот так, вот так, вот так, и, как говорится, набрался. Набрал. И вот благодаря сейчас вот этой системе, благодаря этой системе, я сейчас полностью потихоньку убираю все кредиты, гашу, и уже 5 кредитов погасил, полностью погасил вообще В общем, более 7 миллионов тенге. стали в Академию всех вместе зарабатывать, да? Да, зарабатываю, убираю вот возможность. Я сейчас вот просто, вот как Андрей Артурович нас учит, говорит, заниматься благотворительностью, как благодарить, чтобы кредиты не брали, в долги не залазили, других людей тоже в долги, чтобы не заводили. Это у нас же единственный такой вот, и мне что нравится, наша вот академия, которая ни копейки ты не платишь вообще, ни копейки, дает тебе обучение. И даже вот наш который магазин, который в данный момент, это впервые, я никогда не видел такое, да, чтобы магазин ни копейки не потратив, не взять на себе продукцию, ты можешь себе продукцию купить. Понимаешь? Просто-напросто. Я это впервые такое видел, потому что есть куда ты, например, заходишь, ты обязательно должен сначала деньги вложить, купить что-то, а у нас ты можешь даже ни копейки не вкладывать, ты себе продукт потом купить. Просто. И этому всему обучает Академия. И я просто счастлив, радуюсь. И радуюсь тому, что наша Академия работает на более 200 стран мира. Люди заходят, обучаются, слушают и делают те рекомендации, которые Академия говорит, да? И я вижу, как люди меняются, молодеют, хорошеют, избавляются от своих всех проблем, долгов. Понимаешь? Просто. И как не Очень радоваться? И вот сейчас, в данный момент, вот Академия еще раз нам для нас подарок делает. Вот Да, сегодня будет, акция. сегодня, да, сегодня запуск будет. Это она помимо того, что нам все дает, и плюс еще дает такую возможность, что два продукта покупать, три продукта в подарок, да? Почему? Почему? Потому что в Америке сейчас идет День благодарения, понимаешь? День благодарения, и компания просто в убыток себе даже работая, она для нас эти подарки делает. Каждый человек доходит, себе покупает и экономит почти что 200 с лишним долларов, экономит, тебе это в подарок дают. Как классно же! Да, Я понимаю, к Новому году. да, к Новому году, это же просто за это молчать не надо. Зато я поэтому и не молчу. Если я получаю здоровье, да, вот здоровье, потому что таких, как я, очень много, которого кто-то язвенным болеет, у кого-то грыжи, да, у кто-то весом такой же, как я был, 129 килограмм, сейчас у меня вес уходит. А знаешь, я сам такой же был. Я через интернет что только не искал, чтобы именно вес убавить, чтобы вес убрался, да? А сейчас я рад, и люди сейчас меня слышат, да, могут тоже прийти, попробовать.
Я в основном всегда вот говорю, да, ребята, много что в жизни через интернет продают, все продвигают через интернет. Я сам искал тоже. Но впервые такой вот именно такой продукт вышел, именно клеточная еда. Просто, я всегда говорю, просто посмотрите, попробуйте, вы завтра сами благодарить будете. Просто благодарить. И разберитесь, что такое Академия Успех Вместе. Вот сегодня у нас будет 19:00 Москвы. Будет прямой эфир от нашего наставника, долларового миллионера, лучшего ученика Брайан Трейси, который именно показывает, куда двигаться, как двигаться. Этот человек вообще по жизни, он был такой же, как и мы, бедный человек. 17 лет он стал миллионером. Сейчас он, ему 39 лет, он долларовый миллионер. Был больной весь, пожизненный инвалид был. Сейчас по нему не скажешь. Он сейчас здоровый, успешный парень, молодой, красивый. И вот этому он все показывает нам. Ребята, каждый человек может изменить свою жизнь. Самое главное – просто захотеть. Да. Просто захотеть. Да. Потому что если вы свою жизнь не будете менять, вам никто ее не поменяет. Все в наших руках. Вот я захотел свою жизнь поменять, чтобы стать здоровым, стать за собой. Вот и Андрей Артурович именно же и говорит, все в ваших руках, все в наших руках. Если ты захочешь этого, ты этого сделаешь. Да. Если ты не захочешь, ты будешь жить так же, как и живут все. Да. Дом, работа, больше ничего. Угу. А смотришь, что в академии люди ездят, отдыхают, зарабатывают, путешествуют. Просто и наслаждается, по-настоящему наслаждается жизнью. Угу. Потому что и продукт дает жизнь при жизни. Да, вообще, крутой продукт. Омоложение идет организма. Угу. Просто и человек продлевает. Эти продукты нужны каждому. Каждому нужны в себе. Угу. Просто не только для нас, и для наших родителей, и для детей. Просто наши родители продлевают жизнь. На десятки лет продлеваем жизнь. У меня теща кушает, да? Она радуется. Ей 74 года. Угу. Она радуется, порхает, потому что дает жизнь. Да. Угу. Так что, ребята, сегодня будет тренинг. Он от нашего наставника 19:00 Москвы. Вы можете зайти, разобраться, что такое Академия Успех Вместе, что за продукты. С 19:00 Москвы у Елены в шапке есть, в профиле есть ссылочка. Вы на эту ссылочку просто нажмете и зайдете как гости. Регистрация не нужна, там ничего. Даже если захотите зарегистрироваться, регистрация тоже бесплатная. Зато если зарегистрируйтесь, вам вот этот робот, который сейчас дается бесплатно, 100 тысяч долларов стоит вот эта сама Академия. Да. И еще Андрей Артурович, если вы зарегистрируете, Андрей Артурович вам подарок там полностью оплачивает. Понимаете, оплачивает. Внутри есть расписание каждый день. Вы даже можете, там же у вас будет ссылочка, можете приглашать людей, своих знакомых, своих друзей. Самое главное, разберитесь и зайдите, посмотрите, что за Академия, что за система. Угу. Тогда вы узнаете. Также и у меня в профиле есть ссылочка. Заходите. Да. Будем очень рады. Благодарю вас, Булат. Благодарю. Благодарю тебя за приглашение. Доброго вам дня, с наступающим Новым годом. Вот, очень благодарю. Я прям боялась вас пригласить, но осмелилась и пригласила. Почему бояться? Бояться не надо. Нас же Андрей Артурович этому же учит, понимаешь? Этому учит, чтобы мы были ко всем так же приближенные, чтобы спокойно с людьми могли общаться, рассказывать и вместе. Потому что мы друг другу помогая, мы растем. Мы друг другу помогая, мы помогаем людям. Mm-hmm. Вот сейчас мы здесь рассказываем, мы помогаем людям, понимаешь? Mm-hmm. О своих результатах рассказываем, mm-hmm. о своих возможностях расставим, что есть такая возможность, понимаешь? Поэтому не надо бояться. Хорошо. Это мы, когда мы в других компаниях, когда работали, да, я же как сказал, да, к человеку, который вот поднимается к ним, не подойти, даже не спросить, чтобы сфотографировать,
разрешение просит. Здесь Андрей Артурович нас учит, чтобы мы были человечны, понимаешь? Просто по-человечески. Относились друг к другу. И он как говорит, и я точно так же, тоже всегда говорю, мне бабушка говорит, как ты хочешь относиться к людям, да? Не как ты хочешь, чтобы к тебе люди относились, относись сам. И поэтому не бойся никогда, никого не бойся. Если хочешь приглашать, хочешь пригласить Айгуль Газизову, Айлиту Мустафаеву, они всегда откликнутся, всегда откликнутся. Просто напиши им, скажи, я хочу с вами провести прямой эфир. Любой откликнется. Шариф Даубаев, все, кто есть, любой человек откликнется. Потому что это наша миссия, нести вот это... людям рассказывая, нести эту миссию добра и здоровья. Понимаешь? Да. Завтра люди будут благодарить, кто услышит нас, например. Угу. Просто. Да. Так что, благодарю тебя за эфир, что ты меня пригласила. Я, наоборот, рад, что ты меня пригласила. Благодарю. С наступающим Новым годом. Здоровья, успехов вашей семье, вашим детям, чтобы вы дальше достигали успеха, шли высоко. А мы будем за вами наблюдать и тоже будем стремиться. Да, благодарю тебя, Елена. Наблюдать не надо. Надо делать, действовать. Да. Андрей Артурович, хорошая поговорка. Как мыслишь, так и живешь. Как действуешь, так и действуешь. Понимаешь? Поэтому надо просто действовать, делать те действия, которые делают успешные наши топы, да, Алита Мустафаева, Айгуль Газизова, да, Шариф Даубаев, Галия Сергазина, да, наверху, которую Маргарита Вельц, да, Андрей Артурович. Просто делать здесь, не сидеть на одном месте. Когда ты будешь делать, твои желания, твои цели, твои мечты, они в реальность превратятся, понимаешь? Потому что, как я один раз у одного человека тоже успешного спрашивал, тоже я когда обучался, я говорю, что нужно сделать, я говорил ему, да, говорил, что нужно сделать, чтобы стать успешным? Он меня одно единственное сказал. Говорит, между твоей задницей и диваном, говорит, доллар, говорит, свою голову не просудит. Поднимай задницу и трудись. Понимаешь? И наша жизнь именно трудиться, помогать людям. Когда ты будешь трудиться, вот, что думаешь, наша вот эта работа, думаешь, легкая, что ли? Нет, очень. Многие думают, что богатый человек становится так, просто ему подарили. Нет, мы трудимся, мы рассказываем, показываем всем, говорим, трудимся, доносим до людей. Понимаешь, это все. Поэтому, да, через поражение проходишь, через унижение проходишь. Я через это тоже все прошел. Когда мне говорили, у тебя не получится. Говорили, что это все туфта, лохотрон, это все. Понимаешь? Все это, через это ты пойдешь. Потому что только бедный человек через поражение не проходит. Только бедный, потому что он не знает этого поражения. Успешный человек, он проходит через это все. Чемпионом, который становится, да, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, да, они все через это проходят, через боли, через всякие страдания, понимаешь? Потому что где-то что-то не получается, он через свои усилия делает это все, стремится, трудится, понимаешь? Да. Тогда только он становится успешным и богатым становится, и чемпионом становится. Поэтому просто нужно делать и стремиться. Да. Так что я наоборот благодарю тебя, Елена, и желаю тебе самое главное не терпения, а активности, силу труда, чтобы ты трудилась, понимаешь, трудилась, училась у успешных людей, и твои желания, которые у тебя есть, чтобы они превращались именно в реальность. А в реальность они превратятся только твоими действиями, если ты будешь делать. Самое главное, в комфорт не попадай. Угу. Просто делай. Все действия делай, те, которые тебя приведут. И ты завтра, у тебя жизнь поменяется в крутую. Угу. Так что благодарю. А нам Академия это все дает. Все дает. Просто делай действия. Да. Буду делать все, действия. Благодарю.
успехов тебе, с наступающим Новым годом. Желаю тебе удачи, успеха, везения, чтобы к тебе люди пришли успешные, богатые лидеры, которые умеют отношения строить с людьми, да, стремились, которые знают, что, которые не умеют обманывать, лгать, осуждать, чтобы этого люди не знали. А люди такие приходили, да, которые тебя услышат и присоединятся к тебе, но чтобы они, эти люди, да, твою бизнес не разрушали, а наоборот дополняли твой бизнес, академию, наши продукты, да, чтобы кушали. И вместе с тобой шли, помогали людям, потому что людей много, им надо всем помочь. Да. Понимаешь, всем помочь. И донести, и рассказать. Успехов тебе. Благодарю, благодарю. И вам успехов. До встречи на тренинге сегодня. Да, до встречи. С Пока. Новым годом еще, с наступающим. Новым годом. Пока. Вот, друзья, закончился прямой эфир с Булатом. Благодарю Булата еще раз, что принял мое приглашение и пришел ко мне в гости. Вот. Напоминаю, что в нашей академии сегодня тренинг в области успеха, здоровья и процветания. Тренинг проведет долларовый миллионер, бизнес-тренер от Брайана Трейси, профессионал России, основатель и президент Академии «Успех вместе» Андрей Артурович Шаура. Пожалуйста, приходите сегодня, приглашаю вас в 19:00 по московскому времени. Ссылка в шапке профиля Instagram или пишите на WhatsApp. Я объясню, как зайти. Будет очень интересно. Будут в прямом эфире три акции. Как его? Озвучат три акции. Вот. От Академии, от президента Академии «Успех вместе» и от владельца магазина Best Be Epic Дана Путна. Вот, приходите в 19:00, возьмите ручку, блокнот и хорошее настроение. Приглашаю вас. Пока. До встречи. Всем удачи. Всем хорошего дня. Пока-пока.